Привет, дорогие друзья! Сейчас мы идем в парк. Это бывший парк Воронцова, который сейчас называется парк Сагайдак. У нас в Днепре очень много сейчас улиц переименовали, а также вот парки. Это был парк в честь революционера Петра Афанасьевича Воронцова. А сейчас его название Сагайдак, который означает «колчан со стрелами». Не знаю, почему они выбрали именно это название, но тем не менее мы к нему уже привыкаем. Место это, на мой взгляд, приятно. Погулять здесь приятно. По-моему, это одно из самых приятных мест в нашем городе. Вот мы сейчас прошли от моста. А здесь находится кафе. На территории этого кафе здесь вот павлины. Очень красивые птички. Вот мы остановились, чтобы на них посмотреть. Особенно мне нравится у них шея такого красивого цвета. Сейчас попробуем поймать их в кадр. Хотя изображение получается немного мутноватое, потому что уже вечереет. А вот эта вот желтая птичка, я точно не знаю, как она называется. Здесь этих павлинов несколько, 4 или 5 их, вот видите. А вот эта вот желтая птичка, я не знаю, кто это. Красивая тоже. Вообще эти павлины, мне так интересно кричать, буквально как кошки мяукают. Но сейчас они что-то решили помолчать. Ну, сейчас попробуем на них посмотреть. Вот цвет мне очень нравится их шеи. О, смотрите, прям смотрит нам в камеру. Ну, такой миленький. Интересно, мальчик или девочка? Ну, я, наверное, совсем в птицах не разбираюсь. Может, это все мальчики? А вот это вот желтая девочка. А может, и глупость говорю сейчас. Я про павлинов ничего не знаю. Как их отличать, мальчиков от девочек. Но я бы подумал, что вот это вот синяя шейка, это все мальчики. Ну что, хохолок у них такой. А этот вот чуть-чуть зеленоватый. Красивые птички, они еще, когда сердятся, так хвост красиво распускают веером. Вон, видите, веточки ивы клюют. У нас много ив растет. И мне нравятся эти деревья. Особенно на берегу они растут. Ну, иногда растут они и во дворах. Хотя именно вот в нашем дворе, где мы сейчас проживаем, у нас там ивушек нету. Вот один на домике сидит. Это кафе такое здесь. В нем есть еще бассейн. Здесь приезжают компании и снимают домики. Мне говорили 200 гривен за час это стоило, но это мне говорили 2 года назад. А сейчас я не знаю. Вообще как бы свой маленький рай. Тоже когда-нибудь хотелось бы вот так приехать, посидеть в бассейне, поплавать. Тут музыка есть, там вон поют певцы, стоят, поют, живая музыка, песни поют. Вот мы сейчас туда подойдем. Там вон парень стоит, песню поет. Вон там у него караоке включено.
А мы продвигаемся на мостик. К мостику идем. Ну, это еще вход в кафе. Стараемся не очень быстро идти, чтобы можно было как-то рассмотреть, потому что все-таки же хотим показать наш парк. А это автомат такой стоит. Его лупить надо, чтобы силу пробовать. Вот люди с собачками гуляют. Ну, мы его лупить не будем, когда-нибудь в следующий раз налупим. А сейчас мы идем к мостику. Вот такой маленький мостик. А тут такая, как бы, речка-говнотечка. Ну, не хочется называть ее таким плохим словом, хотя запах она, конечно, имеет соответствующий. Собственно, речка это из канализации, но если этого не говорить, то со стороны выглядит неплохо. И, собственно, эта речка из канализации впадает прямо в Днепр. Хотя льется она тут красиво, вымощена камнями. И даже на фоне ее можно фоткаться. Ну, во всяком случае, выглядит привлекательно. Вот, видите, красиво выложено. Смотреть можно, нюхать не очень советую. Ну, видите, пейзаж красивый. Особенно, если хочется сфотографироваться, тут всегда можно найти место, примоститься, красиво стать. В фотографии главное что? Правильно подобрать ракурс. Ведь, по сути, на фотографии мы выхватываем какой-то фрагмент. И даже если вокруг будет что-то не очень совершенное, всегда можно найти. Вот смотрите, здесь написано «Воронцовские дачи, беседки». Их не получается хорошо резкость навести. Ага, вот видите, «Воронцовская дача, беседки». Это кафе вот это вот называется «Воронцовская дача». И там эти беседки, они в аренду сдаются. Там, я же говорю, можно компаниями посидеть, побалдеть, отметить какое-то событие, шашлычки поесть, выпить под музыку живую, там поплавать в бассейне, в общем, птички, красота. Вот, люди с собачками гуляют, отличное место для прогулки собак. Что интересно, уже даже листики желтые появляются. Ну, а мы продвигаемся. Тут сейчас будет, кстати, еще один мостик. Ну, чуть-чуть посмотрим. Вот, видите, тут скамеечки. Вот тут песик такой милый. Он что-то вокруг нас бегает. Наверное, мы ему понравились. Хочет с нами идти рядом, песик. Вот такие скамеечки. Можно тут посидеть, погулять, поконтактировать с природой, отгрузиться от плохих мыслей. Вообще природа всегда располагает отгрузиться от плохих мыслей. Если вам плохо на душе, просто подойдите, обнимите дерево. Постойте, закройте глаза, почувствуйте, вдохните. Природа – это всегда природа. И даже иногда вот бывает плохо на душе, а пойдешь на природе погуляешь, и так классно становится. Иногда вот кажется, да, что свет сходится клином, а пройдешь по природе и думаешь, а какие же это были вообще-то пустяки. А не стоило париться вообще, а вообще-то жизнь классная штука. То, что создана природа, это самая большая красота. Самое большое совершенство.
люблю эти деревья, люблю эту природу. Вот мы проходим по мостику. Все-таки кто-то за этим парком ухаживает, потому что и кустики подстрижены. Рядом тут, кстати, есть там кони, конному спорту обучают, катаются. Раньше тут и верблюд жил, но сейчас его что-то не видно. Мы когда тут жили недалеко, на Солнечном, как-то выхожу я из подъезда, а этого верблюда водили по дворам гулять. По вечерам. Выхожу в 22 часа из подъезда, не поверите, возле подъезда верблюд стоит. Ну вот только тогда телефона со мной не было. А вот это памятник солдату. Солдату, погибшему на войне. Но, к сожалению, не получается навести резкость, чтобы прочитать надпись. Видите, здесь цветочки регулярно приносят. Все-таки вот не могу сказать, что парк неухоженный. Все-таки за ним ухаживают, следят. И даже вот показывая этот парк, пускай он там не такой крутой, как парк Шевченко, как парк Глобы, но это тоже очень хорошее место. Особенно мне нравится там пляж, когда на него приходишь, там есть и душ, и питьевые колонки, и раздевалки. Там даже есть сцена, где выступают, там иногда летом кино показывают. Зонтики есть, чтобы под ними загорать. Что, как будто попадаешь вообще-то на какую-то базу отдыха. Вот мы идем. Идем по направлению к пляжу. Такая вот дорога с деревьями. К сожалению, деревья все назвать не могу. Мало знаю названий деревьев. Поэтому грамотно о природе рассказать не получится. Ну, знаю, конечно, ивушку, березу, клен, акацию, тополь. Ну, всех деревьев не знаю, а вот и наш дружочек. Он там побегал, на собак погавкал, а теперь он нас догнал. И идет с нами рядом. Да, мой хороший. Хочешь тоже в YouTube попасть? Ну что, молодец, хороший мальчик. Ты мальчик? Мне не очень видно, мальчик ты или не мальчик. Ну, не буду заглядывать. Будешь у нас дружок. Пойдем с тобой вместе. Вот ты нас сопроводишь какое-то время. Эх, плохо получается. Резкость навести уже темнеет. Хочется приблизить, отдалить. Нет, хозяин позвал. Не получилось знакомство. Здесь рядом частный сектор есть. Домики там, дворы. Вот.
не знаю, что тут за этим забором находится. Ну, тут плетеный заборчик, мне нравится. У нас на массиве тоже есть возле одной кафешки такой плетеный заборчик. На нем еще типа декоративные такие, как горшочки надеты. Прямо что-то такое крестьянское. Хутор. Нравится мне, уютно. Вот и ивушка. А мы продвигаемся дальше, гуляем мы. Здесь тоже можно фоткаться. Ну, по-моему, очень даже приятные места. А вот там, за этим заборчиком, вот там на лошадях учат кататься. Только мы сейчас повернули в другое место. Не, все-таки подойдем поближе. Тут картинки нарисовали. Их плохо видно, тут цветочки. Надписи какие-то понаписывали. Ну зачем писать сверху картинок? Нарисовали ж красиво. Ну зачем портить? Там и с другой стороны картинки нарисованы. Вот за этими заборами тут находится школа верховой езды. Симпатичная сова такая. Цветочки, тучка, заборчик. А тут вон так красиво, тоже такая аллея со скамеечками. Приятно. Вон тут сколько картин намалевали. Тут на картинах намалевали некоторые места города, некоторые районы. Прямо даже можно узнать некоторые места, которые есть на фотографиях. Есть даже открытки города Днепр. Сейчас мы подойдем. Вот, смотрите, это правый берег, это у нас дома очень высокие там. Вот они как на фотографии нарисовали, это наш цирк виднеется. Прикольно так, молодцы нарисовали. Мне нравится. Здесь такая девушка, украиночка, в украинском наряде. Цветочками. Молодцы. А это наш памятник славы. Мы к нему ходили на 9 мая.
на правом берегу находится. Это у нас такие иногда плавают под Днепром. Так, все-таки мы повернем в другую сторону, потому что тут к пляжу не пройти. А мы все-таки направляемся к пляжу и к речке Днепр. Так как это, собственно, цель нашего путешествия, нашей прогулки. Есть у нас в городе речка, и это классно. Вот такие тут аллейки с такими лавочками. Все для людей. Можно посидеть. Это просто в городе. В городе на берегу. Воронцовский парк, который теперь называется парк Сагайдак. Стараемся все показать. Жаль, только резкость немного подводит. Ну, все равно, я думаю, что-нибудь будет видно. Вот здесь тоже цветочки посадили, так хорошо. Сейчас, конечно, уже не сезон, уже конец лета. Мы сюда попали не в разгар купального сезона. И тем не менее, на пляже еще играют там в мяч, гуляют, Вообще-то при желании еще некоторые люди могут окупаться, еще не так холодно. Правда, мы сейчас не взяли, в чем купаться. Мы несколько дней назад ходили купаться на Фрунзенский, на канал. Там все-таки вода как-то чище. А Днепр сейчас, говорят, зеленый, но мы сейчас посмотрим, насколько он реально позеленел или не позеленел. Или там, говорят, микроба в нем какого-то нашли. Ну, это каждый год бывает, и тем не менее люди купаются большим количеством, купаются. Вот там кафешка стоит у нас. Тут, в общем-то, пляж довольно цивильный, на мой взгляд. Ну, кто-то, конечно, привередливый, скажет, дикий пляж, такой-сякой. Вот, смотрите, колонка питьевая. Вот душик, после пляжа можно ополоснуться. Кто-то ключи потерял, ключи висят. О, Толя еще водички попьет сейчас. Толя всегда любит колонки, источники. Вот здесь ноги помыть можно после пляжа. Вот эта сцена. Здесь на празднике артисты выступают. Даже иногда было, мы тут и записывали видео. Ну, сейчас вечер, уже вечереет, видите? Небо такое вечереющее. А вон, видите, люди играют на берегу. В мяч играют, гуляют. Там еще детская горка надувная.
честно говоря, всегда не понимаю, ну как они по песку бегают? Я вот начинаю идти по песку и увязаю ногами. А они бегают, скачут, в мяч играют. Не, ну я, допустим, понимаю, как в воде можно в мяч играть. Я тоже люблю в воде в мяч играть, когда мы купаемся. Ну вот именно бегать по песку и играть в мяч, то я всегда не очень понимаю, как они это делают. Но они это делают. Вот, видите, и раздевалки стоят, и зонтики. А мы идем к берегу. К берегу речки Днепр. Тут даже вышка там дальше стоит для спасателей. Вон под зонтиками вещи чьи-то лежат. А эта вышка стоит. Тут даже днем бывает присутствуют какие-то врачи. Вроде бы даже медпункт есть где-то. Вышка для спасателей. Наблюдать, как кто купается. Интересно, они спасают кого-то на самом деле или просто балдеют, сидят. Вот она вышка. Вот Толя ее сейчас и попробует. Привынок нині небезпечних ситуацій телефонувати. Пливут по реке. Мы уже почти к реке подошли. Правда, конечно, река не умеет такие волны шикарные делать, как море, но, по-моему, очень красивое солнышко отражается в вечерней реке. Так, где у нас там Толя? Толя у нас временно решил поработать спасателем. Плохо уже видно. Вечереет, резкость плохая. Толя, ку-ку, привет. Внимание, внимание, всем привет от Толи. Вот наши волны, вот наша речка. Наша любимая, хорошая речка Днепр. И наш город раньше был Днепропетровск. А теперь называется Днепр и Луна. А вот Марса сейчас не видно. Сейчас же вообще, говорят, Марс видно, и он на всех очень сильно влияет. Но я вот сейчас что-то Марса не вижу. Он же такой красноватый должен быть на небе. А я вроде бы вижу только Луну. Может быть, Марс позже появляется. Вон там вдалеке горка надувная, луна. И ночной город Днепр. Нет, еще не ночной, вечерний. Ночной, пожалуй, снять у нас как раз и не получится, потому что... Уже фотик мутновато снимает, а если еще темнее станет, вообще станет, ничего не видно. Ночная съемка не получится. Ну что, по-моему, все-таки рай. Хорошо здесь погулять.
Вон на мосту фонари горят. Блин, что совсем резкости нету. Вон, видите? Это наш новый мост, который у нас строят, ремонтируют, никак не отремонтируют. Уже давно он у нас под ремонт пошел. Но ничего, когда-нибудь отремонтируют. Ну, честно говоря, чтобы Днепр такой грязный был, так я и не вижу. Мне вообще сейчас кажется, водичка довольно-таки чистая, прозрачная. Не вижу я ничего такого.